Каких зверюшек? Слониху со слоненком, жирафа, он вот такой высокий. Это все наши любимые зверюшки. Ладно, тебе вечно некогда. Мы пойдем с друзьями. Спасибо тебе большое. А мы приглашаем на эту сцену театр-шоу «Оливай». Хорошее слово. Ожившие сказки. Хореограф Лариса Ширина, хормейстер Тамара Захарова. Кстати, обратите внимание и, пожалуйста, ваши аплодисменты в зале присутствуют. Вечера. Аделина, выходи. Если вы еще не познакомились, так, случайно, ваш Доди с этой девушкой, знакомьтесь с ведущей сегодняшнего вечера. Такая артистичная, такая обаятельная. Ну, вы знаете. Аделина Близ, 6 лет. Спасибо тебе. Мы продолжаем наши... Благодарны всем, что вы нашли время и пришли посетить наш концерт. Большое вам спасибо. Будьте все здоровы. Желаем вам всем здоровья и мира в нашей такой маленькой, но великой стране. У нас есть продолжение «Хана». Аделина, ты так хорошо говорила сегодня во время концерта. Хана, скажи ему. Хана, мы тебя поздравляем. Зал, давайте поможем. Скажите, Хана. Но это еще не все. Мы просто очень просим подняться на эту сцену и поблагодарить всех участников сегодняшнего вечера, организаторов этого концерта. Бориса Гитермана, вице-мэра Ашдода, депутата Горсовета Майя Слуцкую, Виталия Слуцкого, директора Ватнаса Аудиториум сегодняшнего, Рашид Катинельсен, куратора концертного зала, Асю Теплоноцкую, заместителя главного редактора журнала «Русская литературная эхо», Полину Токаревич, советника по связи с прессой и общественностью, культуролога, музыковеда Светлану Левитан и организатора Веру Кацаренбога.
наших людей сделали этот праздник фантастическим. Спасибо, с праздником вас, команда. Спасибо, Ваня. И спасибо вам, вы сидели до конца. Аж город замечательный. Спасибо всем. Thank you.